Завершился шестой открытый региональный чемпионат. Молодые профессионалы WorldSkills, более 300 участников, соревновались в различных дисциплинах и направлениях. Сегодня награждали чемпионов и призеров в торжественной обстановке, рассказывает Евгения Андросова. Главная цель регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills» – это популяризация рабочих профессий и повышение стандартов качества среднего и профессионального образования. Приезжали к нам эксперты из других регионов для того, чтобы оценивать возможности наших участников. Ну и, конечно, вот сегодня закрытие, еще потом несколько компетенций проходит у нас уже после закрытия, это в Мирном, две компетенции в Нерюнгри, но основная часть закрывается сегодня. В этом году добавилась новая возрастная линейка, а это целых 17 компетенций. Приняли участие дети от 14 лет. В направлении геодезия студенты второго курса сельскохозяйственного техникума показали высокий результат и заняли второе место. Работа с тахеометром лейка 0 TS02. А третьим модулем была уже работа в программе AutoCAD. Ну, там фавориты были явно уже известны. Так что мы были уверены на второе место. Денис Петров 2 года назад занял второе место по России. А сегодня он уже эксперт по компетенции видеопроизводства. А это говорит о прогрессе. Участие в WorldSkills мне дало очень огромный опыт. Теперь спустя 2 года, вот, получается, я сначала в качестве участника выступал, сейчас в качестве эксперта. Сейчас время летит очень быстро, и, соответственно, вместе с этим все очень быстро развивается, так и наша компетенция сейчас более на высоком уровне проявляется. Победители регионального чемпионата получили право участия на отборочных соревнованиях, которые состоятся весной в разных городах России. А если и там выиграют, то ребят включат в национальную сборную. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск.